Проект «Читай быстро» представляет. Главное из книги Максима Батырева «45 татуировок менеджера. 10 основных фактов». Большой обзор и текстовая версия по ссылке в описании. Факт номер один – отказ от неверных стратегий. Нужно научиться вовремя признавать ошибки. Отказ от неверных стратегий, фиксирование убытков – это признак силы, а не слабости. Умейте извиняться за свои ошибки. Понятийный аппарат. То, что очевидно для вас, вовсе не очевидно для других. Это аксиома. Чем больше людей вокруг, тем сложнее коммуникации. Как с этим разобраться? Внедряйте единый понятийный аппарат. Словарь, инструкция, чек-лист. Ищите сильных и прощайте ошибки. Суть в том, что каждого можно простить за ошибку, но чтобы минимизировать такие ситуации, нужно нанимать сильных. Слабые прилипнут сами. Не вздумайте перекладывать ответственность или ныть. Никаких переговоров с террористами. Никто, включая ключевых сотрудников, не может систематически диктовать вам условия. По чьим условиям работают, тот и главный. Пятый факт. Стая копирует вожака. Одна из самых пронзительных в своей честности татуировок. Глупо ожидать от людей, которые тебя окружают, каких-то моральных качеств, которых нет у вас. При этом команду могут усилить только единомышленники. Триада последовательности взаимодействия с сотрудником. Сначала обучать, после этого лечить максимум дважды, на третий раз лечение – мочить. Команда, ответственность, люди. Похвала, финальная ответственность, отсутствие благодарности, уверенность в действиях, развитие и понимание того, что сильные понимают только силу. Восьмой факт. Специфичность и аналитика. Признание специфичности смерти подобно. Никакой специфичности не существует. Ваша ситуация похожа на сотни тысяч таких же. Решайте проблему. Когда шторм утихнет, занимайтесь аналитикой. Слова становятся задачами. Внимательно следите за тем, что вы говорите. Очень часто именно случайные слова становятся в головах сотрудников задачами. Не уделите разбору этих задач и их решений время смерти подобно. Заключительный факт. Дисциплина – мать победы. Спортсмены в повседневной жизни выигрывают в быту у обычных людей. В жизни всегда есть место подвигу. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книгу Максима Батырева «45 татуировок менеджера» вместе с «Читай быстро».